Всем доброе утро. У нас 11 часов утра. Я вышла на площадку на нашу, на лестничную. Смотрю, стоит коробка, которую мы приготовили Белла для того, чтобы она там рожала, но она туда не заходила, потому что, не знаю, жарко, не жарко, не знаю. Короче, коробка стояла, мы ее просто подстелили возле двери, там у нее всегда еда стоит, и все, в коробку она не залезала. Сейчас я выхожу и смотрю, Белла лежит в этой коробке. И я сразу заподозрила, что что-то не так. Я вышла и смотрю, там два щенка. Она начала рожать. И я не знаю, когда она это начала, потому что первые роды мы не наблюдали. Вторые роды, там есть только два щенка. У нее еще очень большой живот, и у нее идут схватки. Я так понимаю, что будут еще щенки. Но я почему-то переживаю, потому что, ну, когда первый раз это все было, мы увидели уже всех щенков тогда. А сейчас нет, я не знаю, сколько это длится, нужно ей помогать или нет, все ли в порядке у нее или нет, я ничего не знаю, как бы ничем помочь я не могу, я ей сейчас дала водички, она с рук попила, потому что я налила ей в кормушку, в ее, она не встает, естественно. Вот, я ей прям в маленькую тарелочку поднесла туда, на Даниэля она рычит, и щенков она закрывает. Вот, я ей поднесла прям туда тарелочку маленькую, она попила, налила ей молочко, и мы видели, что у нее еще есть потуги, у нее еще есть схватки, потому что она тужилась и открывалась у нее хвостик, она так подымала, вот, но ничего еще пока нету, только есть два щенка. Я, конечно, сейчас показывать ничего не буду, мы очень волнуемся, потому что я не знаю, как ей и чем помочь. И надо ли ей вообще помогать? Мама, будь здоров. Три баньки, как наши все. Белые с черными полосочками. Только молочко пьет. Водичку сначала попила, теперь молочко пьет. Вот даю, не хочет, молоко пьет. Я ей периодически подсовываю между этими схватками. Но я думаю, еще должны быть, еще будут. Мам, внутри тоже. У нее еще большой живот, значит, еще есть ляльки. Сейчас будем ждать. Убери у нее эту тарелку изнутри, то она ей мешает. Да. Все, больше не надо. Не давай. Потом, да, дадим ей еще. Ну, потом дадим ей еще. Ну, дай, если она это... Она сама решит, будет или нет. Да, она пьет молочко. Вот этого третьего, которого она родила, вот он здесь лежит. Он сначала только, мы что-то перепугались, он как-то не двигался, ничего. А потом я его так погладила. Да, я его начала так теребить, так, и ничего, потом нормально. И сразу к сисечке его положила, и он сразу пошел, начал искать, все нормально. Очухался. Все баньки, все, он один белый-белый, вообще прикол. Куда пошел? Никому ничего не говори, но через все придут. Родился еще один, теперь у нас два беленьких и два пятнистых, как банька. Я сейчас отлучилась, приехала со свекровью, надо ей заплатить за воду. Вот, я так как я уже пообещала, то мы приехали. Не знаю, сейчас там еще у нас еще будет пополнение или все, 4. Но я думаю, что еще будет, потому что у нее еще животик такой плотный. Вот, и не знаю, что у нас все будут беленькие, такие пятнистые, как баньки. Ничего у нас там черненького не будет, хотя я надеялась. Я думала, что все черные будут вообще-то. Потому что больше всего мы видели ее с черным пинчером. Вот. А оказывается, нет, два беленьких. Сейчас и два пятнистые, как банька, точно такие же. Посмотрим, что будет еще дальше. Она сейчас покушала, ей положила творожка, она поела и сказала мальчикам, чтобы они следили и давали ей водичку периодически. Сейчас жду свекровь, приедут и поедем быстренько домой. Ребят, я приехала домой уже, у нас приняла душ, у нас невероятная духотища, погода какая-то непонятная. И состояние такое непонятное, вот хочется спать как будто, знаете, какая-то тяжесть в теле, все такое, у нас тучи везде, влажность, тучки вот такие вот, как будто сейчас дождь пойдет, но, естественно, дождя не будет, но погода вот такая вот какая-то тяжелая, непонятная. Так вот, я
если честно, увидела только 5 щенков. Я не знаю, где Рамчусь увидел 6. Может быть, я кого-то там не заметила. Кто-то там, знаете, под какой-то сиськой залежался. Вот, но я видела только 5. Ну, посмотрим, сейчас еще понаблюдаем за ней, что и как и почему. Вот. А потом уже будем ей там менять домик и все такое, чтобы у них все было чистенько, хорошо. Ну, все как в тот раз. Всем доброе утро. Вот она, наша красавица мамочка. Мы им сделали вот такую вот огромную будку с окошками совсем. Почему мы делаем будки из картона? Потому что это все будет выкидываться. Так, все. Мы ей, естественно, здесь подстелили пеленку, потому что еще ее организм. Вот видите, как она рычит на Даниэля, не подпускает его. Даниэль, не надо, не пугай ее. Организм ее еще как очищается. Еду я ей даю вот в пластиковой тарелке, прям заношу туда, вовнутрь, чтобы она, потому что она не встает. Но ночью она пила воду, я постоянно добавляю ей чистую воды. Чистую воду. Вот, и она пьет. Вот они, наши хорошие. Короче, у нас в конце концов 5 этих. Зая, все, не надо, не шучи. Белла. Даниэль, не пугай ее, пожалуйста. Вон они все спят, сиську никто не сосет. У нас, короче, 5 щенков. В этот раз, слава богу, мы думали, что 6-7 будет, а то и больше. Но нет, 5 щенков, всего лишь на один больше, чем в прошлый раз. И вот он, наш спинчер. Все-таки один есть черненький. Вот он, один черненький есть. Видите мою красотулечка? Не надо, пускай. Все, не надо, не нервирую. Вот, сейчас у нее организм еще очистится. Вот, и я подменяю вот эту вот пеленочку ей, чтобы у них тут все было чистенько и хорошо.